скажу откровенно, что в каждом фильме у меня ломалось 2-3 ноги всегда, 2-3 руки и по одной голове. В каждом фильме. В этом фильме этого не произошло. Несмотря на то, на голову оператора, да, и на голову актрисы. Я фанат такой своего дела, и наш прекрасный оператор Лёшка Приянов тоже фанат своего дела. Я думаю, что так как мы столкнулись на площадке, буквально, во время одного из трюков, хожу вниз со всей силы, он ровно в этот момент стал подходить ко мне с камерой и вышиб меня совершенно. Сотрясение, слава богу, все нормально, ухо зажило. Практически я готова, увидела Лёшу. Лёша сказал, что кадр был крутой, что я могу быть спокойной, это для меня самое главное. Стараемся доводить все до, конечно, максимума того самого идеального представления, которое есть у режиссера, ну и у нас, конечно же, у всех. Самое сложное – это работа со стеклом, когда совпадает как бы касание, за долю секунды до касания персонажа стекло должно рассыпаться, чтобы он со стеклом входил в кадр. Тогда это очень круто, эффектно выглядит. Я тренироваться начала физически, ну, то есть там какие-то прикладные карате пошла, чтобы меня поставили в стойку, чтобы меня научили держать нож, там, тайский бокс, в общем, выносливость. Летели все, и они падали, и другие падали, и вампиры. Ну, самый главный, конечно, персонаж, Ваня у нас как герой, он должен был и падать, и ломаться, и везде и летать. Это мечта ребенка любого, когда ты с пистолетом между двумя разносишь там полномера. У меня было 2 пистолета, мне дали, и я бегал, как ребенок радостно, мне зарядили патроны, я палил, бегал. Я, конечно, удовольствие получил вообще большим таких сценам.